Привет, я Александр Сафронов, и прямо сейчас я заканчиваю третий курс факультета информационных технологий и компьютерных систем ОМГТУ. Направление подготовки математическое обеспечение и администрирование информационных систем посвящено технологиям и инструментам обработки больших данных в корпоративных системах. Где же здесь математик? Наши преподаватели уверены, что настоящий разработчик – это прежде всего прикладной математик. Именно поэтому первые два года мы с усердием изучаем математику, постепенно раскрывая ее практические приложения. Мы учимся проектировать базы данных и единственные на факультете занимаемся продвинутыми технологиями виртуализации и оркестрации. Эти знания и навыки позволяют нам создавать и администрировать по-настоящему высоконагруженные системы. После окончания университета я могу стать аналитиком или инженером данных, архитектором, администратором баз данных, разработчиком программного обеспечения или систем обработки больших данных, DevOps-инженером или же архитектором решений в таких компаниях, как Automatica Service, Сбербанк Технологии, Effective, 7bits или Омском филиале Института математики имени Соболева Сибирского отделения Российской академии наук. Стань архитектором мира, в котором все большее значение имеют большие данные.